Всем привет! Перед просмотром просим подписаться на наш канал и нажать на колокольчик. Сегодня Михаил Ефремов должен был предстать перед судом, но внезапно почувствовал себя плохо. Прибывшие на место медики приняли решение о госпитализации. Теперь же выяснилось, что актер находится в реанимации. Сейчас Михаил Ефремов находится в Боткинской больнице. Артиста поместили в отделение реанимации в крайне тяжелом состоянии. За его самочувствием следят несколько врачей. В клинику уже приехал адвокат артиста, но его не пустили в отделение из-за карантина, связанного с коронавирусом. Известно, что у Михаила Олеговича подозрение на инсульт. За день до этого домой к актеру уже приезжала скорая, поскольку он находился в тяжелом состоянии. Следующее заседание назначено на 12 августа в 10 утра. Но пока неизвестно, состоится ли оно. Если состояние Ефремова не стабилизируется, суд перенесут. Позднее к больнице приехала законная супруга Ефремова Софья Кругликова. Однако ее тоже не пустили в больницу из-за ограничений, введенных в связи с коронавирусом. Никого не пускают, ни меня, ни жену к Ефремову. Информацию о его состоянии мы пока сами получить не можем. Как только станет что-то известно, дам знать, сказал адвокат Михаила Эльман-Пашаев.